В Бендерском историко-краеведческом музее состоялось спецгашение почтовых блоков. Центральная тема – 150-летие визита императора Александра II в Бендеры. Вместе с этой серией вниманию коллекционеров представлены серии к 300-летию Паисия Величковского и к 30-летию пограничных войск ПМР. Император Александр II в Бендерах бывал дважды – в 1861 и в 1862 годах. Если первый визит был коротким, второй длился 4 дня. Это было ровно 150 лет назад, как раз в эти дни сентября, с 18 по 21 числа. Ночевал император в доме коменданта. Это здание вместе с портретом самодержца изображено на почтовом блоке. Это изображение было обнаружено в одной из газет 1861 года в Российской государственной библиотеке. И статья была посвящена городу Бендеры и визиту в него императора. Но, к сожалению, не 1872, а 1861 года. Но все-таки это изображение очень редкое. И для 19 века, для второй половины изображений города вообще крайне мало. И в основном они связаны как раз именно с императором. Освобождение Балкан от турецкого ига, отмена крепостного права, реформы и преобразования во всех сферах деятельности общества. Заслуги императора II неоспоримы, говорит историк по образованию и филателист Михаил Рашков. Реформа суда, когда Россия стала самой, как сейчас модно говорить, продвинутой страной в этом отношении. Российские адвокаты были лучшими в то время, и не только в России. Увы, его преждевременная смерть от руки террориста прервала этот процесс. Вместе с императорскими марками коллекционерам предложены и другие свежие выпуски. Серии, посвященные 30-летию пограничных войск Приднестровья и презентация марки Паисия Величковского, причисленного к лику святых в 1988 году. Икона святого старца последние два месяца путешествовала по всем церковным приходам Приднестровья. Теперь его образ и на почтовых марках. Кроме этих серий подготовлены штемпели к спецгашению марок, посвященных 150-летию со дня рождения нашего земляка Константина Гидройца, всемирно известного ученого-почвоведа, а также 25-летнему юбилею футбольного клуба «Шериф». В планах презентация марок, посвященных туризму. 27-го в Бендерской крепости состоится спецгашение, посвященное туризму. Это старый выпуск, это будет одна из марок серии 2019 года. А вот на следующий год мы планируем полноценную серию, посвященную туризму. Скорее всего, мы захватим, особое внимание уделим сельскому туризму. Спецгашение почтовых новых серий от издательства «Марка Приднестровья» традиционно проходит в юбилейные или знаменательные даты. На марках изображения, по которым можно изучить историю края. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.